Всем привет, с вами Артем, и я сегодня в субботу нахожусь в своем любимом бассейне Монтар, который находится возле Сандански. Сюда выезжаю отдохнуть, потому что живу я в Банско и нужно куда-то ездить отдыхать. Езжу я сюда. Это ближе к Греции, уже здесь пожарче, потеплее. Вот, допустим, сейчас уже в Банско накрапывает дождь, а здесь до сих пор еще светит солнце и плюс 36 градусов. Итак, это недельный выпуск новостей, что произошло за эту неделю и что будет на выходных. Сегодня, 20 числа, в субботу, на центральной площади Банска будет какое-то творчество местной самодеятельности, в общем, выступать. Кто хочет какой-то концерт, приходите, смотрите. Вчера в пятницу вечером мы играли в мафию. Welcome, кто умеет играть, кто хочет поиграть, пообщаться, познакомиться с новыми людьми. Напишите мне, ну, наверное, в Фейсбуке лучше всего. Я вас добавлю в группу по мафии, где мы, собственно, договариваемся о встречах. Сегодня в Банском лабе у нас будет дискотека. Так, здесь немножко ветрено. В Банском лабе будет дискотека. Также у нас сейчас летом доступны походы по горам, маршруты различные, различные фирмы. Люди сами собираются. У нас опять же есть девочка, которая собрала чат в WhatsApp, и они ходят по различным маршрутам в Банск, а также выезжают. Там на 7 озер, к примеру, могут собраться поехать. Что еще у нас происходит? Сегодня сказал на площади мероприятие. Вчера мы играли в мафию, Банско Лаб сказал. В следующей неделе у нас будет опера. То есть в пятницу, субботу, 20, по-моему, 26 и 27 будет опера. Поэтому приходите, будет опера, мне нравится. Очень хорошо получается у них. Также мы продолжаем работать, оформлять сделки. Поэтому если вы хотите купить квартиру первую, либо поменять квартиру на какую-то другую, обращайтесь, мы с удовольствием вам поможем, и мы делаем это хорошо. Итак, также я лично оформляю сделки по недвижимости. Если есть покупатель...